Добрый день, мои дорогие друзья, любители видеоигр Талик. Самый позитивный – это зомби-мод в игре Red Dead Redemption. И, на мой взгляд, он очень здорово сделан. Очень интересно, весьма забавно, весьма оригинально увидеть зомбарей на Диком Западе. Только что я очистил церковь. И теперь мы возвращаемся на Black Waters, короче говоря. Мне сказали, вернись туда. Ну, наверное, к девке к этой. Очевидно, в очередной раз. Дабы доложить ей... Сейчас мы вам поможем, мистер! Или что? This town there needs sniper right ammo. You can find ammo. А, мы должны найти оружие, чтобы помочь снайперу, который там сидит, что ли, или что? Так, погодите. Погодите, у меня несколько целей вот отмечено на радаре. Смотрите, давайте сначала пойдем к зеленой цели. Может, мне надо как-то вот... зайти в это здание. Зайти в него можно. Так, лошадка, я слезаю. И бегу. И бегу, слава тебе, Господи, я вооружен, поэтому... Поэтому, собственно говоря, это не проблема. Плохо, что они живучие очень. Воу-воу-воу. Так, чувак, а ты где? Мне надо как-то, видимо, быстро-быстро-быстро на второй этаж. Где ты, мужик? Бля, да иди ты нахер. Да, блядь, эти сучи. Как же они так быстро бегают, а твари такие? Да что ты делаешь-то, а? Лежать, сука. Лежать, тварь. Я чуть-чуть сказал бы. Лежи. Короче, надо в голову целить. Так, окей. При возможности, если есть такая, блин, возможность, то надо целиться в башку. А иногда, знаете ли, такая возможность есть. Короче, мне надо очистить его. Смотрите, ктаун. Блять. Еще есть? Так, вы лезете? Нет? Вот они идут, смотрите. Смотрите, мы один раз их вырубаем сначала, а потом мы уже вторым как бы ударом добиваем их в голову. Ребята, а ничего, что здание горит? Это нормально вообще, что здание горит? Давайте-ка я спущусь. От греха подальше. Я попал, слышь, чувак. Так, еще один раз мне надо, видимо. Вот, снайпер Райф Ама. Так, все. Или, знаете, чтобы у меня заполнилась вот эта вот полоска наверху, я так понимаю, что мне надо еще кого-нибудь убить. Здесь. Именно вот в пределах этого дома, да? Я правильно что понимаю или нет? Сейчас разберемся, короче. Ну я не вижу, короче, наверху-то никого нет. Наверху я вроде тут все уже очистил. Хотя там явно кто-то, блядь, копошится. Вопрос только где. А вот он. Лежать. Блин, сука. Вертлявая. Это было, мать твою, я не понял. Лежи, сука. Лежите, сказал. Живучая скотина, а. На, тварь. Готово. Да не надо, чувак, слышь. Не гунди. Так, как там у меня с патронами? Так, 6 штук. В общем, мне их надо обыскивать всех. Обязательно, естественно. Но для того, чтобы их... Сука, обыскать... нужно время. Вот, прямо в башку это очень все, конечно, эффектно. Но это уж, конечно, очень экстремально. Это когда они подходят, знаете ли, ко мне совсем близко.
Вы знаете, самое оригинальное, что некоторых обыскать-то можно, а некоторых-то нет. А, во, нормально так. Это я с первого удара же отстрелил. Вот, на тебе, парень. У тебя есть что, нет? Лут есть? Еще бегу. Слушайте, пора мне отсюда отваливать. Я так отсюда вообще, блин, никогда нахрена не выйду. Да пошли вы в жопу. Чё-то, ребят, вас там как-то много. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ребята, ребята, не увлекайтесь. Я понимаю, что я вас сейчас, конечно, перебью всех рано или поздно, в любом случае. Помогайте, ребят, чё вы? Чё я тут бегаю в гордом одиночестве? Может, вы поможете мне? Хотя бы немножко. Я чё тут бегаю? Я хочу просто снаружи на другой включить. Давай, перелезай. Еще пока время есть, я, блин, переключусь на факел. Пока у меня время есть, я тогда, блядь, переключусь на факел. Не-не-не-не-не-не. Тебе это не надо делать. Делать тебе этого совсем не надо, ни к чему. Пошла вон, тварь. Так, я кого-то здесь, видать, еще не обыскал. Берем, скорее, скорее бери. Так, отлично. Если, знаете, вот если они тут подходят по одному, то, в принципе, ничего страшного-то в этом нет. Наоборот, это даже забавно. Гори, тварь, ясно. Вижу пока на радаре только одного. Если он сейчас сюда, блядь, прибежит, то это будет нормально. Это сука это. Нет, факел классная штука. Все. По ходу дела, знаете, Search Blackwater and more. Так, your town has been saved. Так, этот дом как у меня сохранялка. У меня тут сохранялка, короче, прошла. В общем, в этом доме можно сохраняться. Стоп, стоп. Ну, раз уж тут стало все спокойно, тогда давайте я тут буду обыскивать все. Иногда он ругается, говорит, да твою мать, тут ни хрена нет. Понять в эти секунды его можно. Когда он вроде бы тут столько завалил... Нахрен нечисти, а взять с них, к сожалению, нечего. Ну что, я ж там что-то же видел. Видел же этот значок. Ну чего? Где он? Че пропал-то? Ну, над тобой значок будет? Будет. Дерьмо, говорит, будет. Блин, что такое? Вы не поверите, я случайно стекло выбил. Причем совсем этого не хотят. Ладно, давайте сейчас я еще сбегаю. Последний раз давайте сбегаю, гляну, что тут есть интересное. Интересненького. Здесь взаимодействовать не с чем, да? Тут какие-то ячейки, это банк. Это банк. Странно, но вот он вот с этими ячейками не взаимодействует. Давайте я поднимусь сюда на второй этаж. И посмотрю, чего у нас тут. А, вот сундук. Так, окей. Взял. Все, я взял. Шотендама плюс 18. Неплохо я так облутался. Нормально так, да. Недурственно. Все, я иду вниз. Я спускаюсь вниз. И говорю, что факел, в принципе, вещь, конечно, клевая.
Так, ребят, ну чего? Я тут, в принципе, все сделал. А уже рассвет. Обратите внимание, что уже рассвело. И вот когда, знаете, вот когда, блин, рассвет, тогда выглядит все очень даже хорошо, очень впечатляюще. Так, нам вот на буковку... Ну, давай тогда коняга, где ты? Пока она бежит, я хочу сменить. Поставлю, а можете на это поставить? Ну-ка. О, он бежит, вижу. Пошли. Погнали с тобой дальше. Этот городок мы, считай, обчистили, хотел сказать. Зачистили. Стой. Господи ты боже мой! Как ж такое получилось? Почему на наш город help me? Помоги мне. Ребята, у вас там все хорошо? Да, стараемся выжить. Нас тут большая счастливая семья китайцев. Короче, какие-то мы азиаты. Первый раз вижу азиатов. Что-то с лицами у вас не то. Мистер, вы поаккуратней. Мы такие же люди, как и вы. А что там произошло-то, а? Да ничего хорошего. Представляете себе ситуацию. Счастливая семья китайцев сидит тут, понимаешь, шьет, блин, пуховики. И тут на тебе зомби, которые лезут во все дома и начинают жрать. Жрать причем всех китайцев почем зря. У меня тут дочка. Мэм, извините, но я на вашу дочь видов не имею. У меня жена есть. Короче, если у вас еще какие-то проблемы будут, вы мне только скажите. Спасибо вам, вот, господи, мир-то, оказывается, не без добрых людей. Я-то уж думала, все кончено, и никто нам уже не поможет. Но тут приходите вы и расстреливаете всех зомбарей. Как вам это удалось вообще, я не понимаю. Это все твоя вина, тварь! Это ты сюда привел зомбарей? Да что ты говоришь-то вообще? Я вообще не при делах. Какого черта ты начинаешь меня обвинять в том, что зомби-апокалипсис случился по моей вине в этом городе? А по чьей еще, тварь? Ай, не орите, господи, это боже мой! Ребят, вы там поскандальте пока, мне что-то это осточертело все. Если у меня больше нет тут никаких дел, если вам больше ничего не надо, я пошел. Ты знаешь что? Дела еще у тебя тут будут. Пристрели этого придурка, который рядом со мной стоит. Мэм, ну это плохая мысль. Но он же вроде человек, так что стрелять я его не буду. Да, человек, ё-ма. Так, тут search for more survivors. Найдите все больше выживших. Найдите больше выживших. Ну, хорошо, найду. Я так понимаю, что я буду их искать. А, ну и, ладно, тогда знаете, что будем делать? Тогда факел. Если кто-нибудь вдруг удумает. Они там все ругаются, что-то спорят. Но я пошел искать выживших. Пока они орут и спорят, я пойду в этом городе и найду выживших. Тут все заколочено. Слушайте, а через окно он не пролазит, да? Нет. Хорошо. Все, в этом доме никого. Черт, я поджег здесь все к чертовой матери. Погоди, я поджег дом. Вон они, смотрите, спорят. Ужас какой-то. Ну и жена у тебя. Я думаю, что это может быть даже его жена. И дочка его. Да, мужику, мягко говоря, не подфартило. Так, ладно, я иду искать выживших. Выжившие! Тут есть кто-нибудь живой? А то я куда ни сунусь, тут здания-то все заколоченные. Подождите, может быть здесь открыто? Нет. Так, ну давайте тогда я обойду все здания на этой улице. Может стоит сюда зайти? Нет? Нет. Я так понимаю, что надо искать выживших только вот в этой вот зеленой зоне, по радарчику поэтому. А что он так меняется? Странно. А, это типа все, что ли? Вот же, смотрите. Они спустились, что ли, или что? Эй, мистер, а ну не подходите. А вот, кстати, выжившие. Вы выжившие, да? Я-то вас так долго искал. Вы, сэр, кто? Вы не зомбарь? Ну я похож вообще на зомбаря, как сам думаешь? Я не знаю. Я... Тупорылая деревенщина. Говорите громче, я тупая деревенщина. Да, я, да. Убей его, убей! Да я смотрю, вы тут все тупорылые деревенщины. Ребят, тихо, спокойно. Вы видите, что я не зомбарь? Вы видите, у меня какие-нибудь признаки страшной зомби-болезни? Не знаю, я ему не верю. Он может превратиться позже. Мужик, ты извини, что мы из деревни. Единственное, что мы делаем, это просто сидим дома и пьем бухло. Еще иногда выращиваем рожь, да. Но мы никогда в жизни не встречали зомби. Поэтому... Заткни свой рот, падла! Заткнись!
Ну вот так, молодец. И не подходи к нам ближе. Вы думаете, что я мародер и хочу вас ограбить, да? Думаете, я могу вас убить, забрать у тебя всех женщин, а потом сделать с ними какие-то грязные вещи? Да, он с нами это сделает, сделает, точно, я точно вам говорю. Да я, в принципе, не против. Такой-то мужичинка, а? Давайте с ним уйдем. Ах ты сука! Хочешь отбить у меня супермужика? Мои-то вот эти с бородой уже вообще все надоели. А ну-ка, попроси быстро у меня прощения. Да заткнитесь вы, что ж вы раскудахтались-то. Заткнитесь, замолкните, какого черта, мы вот стоим два мужика. Два мужа, понимаешь, не две жены. Еще какая-то девка к нам притусовался. Вы при нас говорите вещи, что я бы мечтал с этим мужиком покувыркаться. Это нормально вообще? Ребят, у вас тут какие-то семейные разборки, да? Я, пожалуй, пойду, не буду вас отвлекать от выяснения отношений, все. Ну вот чего ты добилась, а? Вот посмотри. Вот, смотрите, там зомбарь, блин, за... Подождите, подождите, там сзади зомбарь идет, но, ребят, обратите на зомбаря внимание, он вообще-то сзади ходит. Я ничего не знаю, моя жена мне изменяет направо и налево, сейчас ее укусит точно. Или его укусит. Нет, ее укусит, девку. Какой зомбарь извращенный. Ну дайте, я помогу. Ну стреляй же, дебил. О, ты еб твою мать. Ты что, совсем что, блядь, больной? Ей же надо было помочь, ну что ж ты. Ну все, укусили, естественно, ясен пей. Так, я пошел еще искать. Я так понимаю, они там что-то какие-то... Что-то они там, короче, отношения выясняли, мне пофиг, что они там делали. Так, вы заслужили приз The Downward Spiral. Ну, видимо, все хорошо, я сделал. Так, лошадь. Блядь! Вы посмотрите, как ползает! Чё это было, мать твою? Охренеть! Факер, это не то слово, факер! Я только в последнюю секунду его увидел! Как же он запал, как же он меня напугал? Я думаю, кто это сзади так ко мне ползет? Да причем так тихо и незаметно! Охренеть, какая-то новая разновидность зомбари, что ли? Нет, нет, я не на ту кнопку смотрю. Так, стоп, когда я на лошади? Как говорится, когда я ем, я глухоем! Блядь! Чё так пошла нахер? Пошла прочь отсюда, я на тебе знак ставлю, понял? Это мой личный знак качества. Сука тупая. Слушайте, вы знаете, здесь вообще надолго останавливаться нежелательно. Я-то хотел себе сменить оружие, но я так понимаю, чтобы даже себе здесь сменить оружие, тут надо это делать очень быстро. Все, вот так, типа сменил и поскакал дальше. Так, все, я скачу на две еще оставшиеся отметки. Уж не знаю, какая тут будет ближе. Тихо-тихо-тихо, а то меня лошадь скинет. Ну просторы, а. Классно вообще. Просто супер. Смотрите, все как в тумане в таком. Ну ладно, сейчас мы определимся, как-то сориентируемся, что у нас будет ближе. В любом случае, мне надо, они не то чтобы рядом, конечно, находятся. Так, спуститься ты тут не сможешь, да? Мы тут аккуратненько с тобой объедем. Вот тут сможешь, так, молодец. Так, ну ладно, давайте, раз уж мы решили ехать на вот эту вот буковку. Так, там вода, стой. Сейчас мы объедем. О, прерия, вот это прерия, вот это я понимаю, игра. Вот это Rockstar в очередной раз нам удружил. Молодцы же, а, все-таки. Let's go, но тут постоянно какие-то проблемы, и мне постоянно мешают тут проехать. Let's go, это все, конечно, прекрасно, но... Как бы у нас тут опять не наступила ночь. Вы знаете, а так долго скакать-то? Может, лучше поскачем вот сюда, вот лучше поскачем в эту сторону? А, не, ни хрена, там вода. Вряд ли лошадь может сплавиться по реке. Ой, что это? Что, давай, я тебе помочь? Подождите, меня сбрасывают. Теперь мне уже нужна твоя гребаная помощь. Черт, тетка, как же ты... Да что ж ты делаешь-то? Надо же наводить же на него. Что ты делаешь-то? Блядь, нет! Так, бежим. Самое главное здесь не останавливаться. Где ты, дура? Беги, не останавливайся. Беги. Сейчас мы с тобой это... Я не понимаю, ее что, уже укусили, что ли? Ну ладно, давайте, я уже тут их всех поотстреливаю. Так, голову.
А, хороший выстрел. Конь, конь, не отходи далеко, слышь? Неплохо. Ну чё, один остался? Да пошёл ты нахрен, бля, ублюдок. Да пошёл ты нахрен. Блин, сучка. Вертлявое говно. Я чё, буду с одним, что ли, с тобой сейчас ещё два часа, блин, конаёбиться? На, тварь. Как тебе такой вариант? Так, я тёлку спас? Нет. Вот вижу её на радаре, это она так далеко убежала, ни хрена. Или нет? Не может быть. Так, конь, иди сюда, сейчас мы с тобой догоним. Давай, 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 быстро. А то тёлка, я так понимаю, от такого шока она куда-то удрала. Так, давайте вот ставим вот этот ствол. Все, погнали. Вот она, где-то здесь. Да, она близко, близко. Где она? Так, очередная спасенная жизнь, смотрите. Что вы здесь делаете, мисс? Вы заблудили, что ли? А, она мне дала, смотрите, она мне дала... Это что такое? Это что за... Какой-то всадник, смотрите. Всадник, а ты кто? Блин, такое ощущение, что я в мультиплеер играю. Всадник, ты кто? Ты не против, если я с тобой сейчас поскочу? Ну, я же как бы не... Что такое? Блядь, ой-ой-ой! Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Мужик-мужик, только не догорай! Фу-фу, я потух. А вот у мужику-то не удалось спастись. Правильно. Стой-стой-стой-стой. Да ну нахрен, мы не поедем туда, все. Так, смотрите, мы приехали куда-то. Мы приехали куда-то. Опять. Где много зомбарей. Опять где много всякой шушеры. Как я не хотел этого, но... Бля, коня уда... Да вы чё гоните? Я коня утопил. Всё-таки я решил исправить. Смогу ли я утопить коняшку свою или нет? Но, видимо, всё-таки не смог. Окей. Так, ладно. Знаете, интересно, блин. Вот интересно и очень оригинально. Лошадка. Давай сюда за мной. Сейчас мы с тобой здесь где-нибудь обойдём. И, наверное, будем уже эту серию с вами заканчивать. Давай, давай, скоренько, скоренько. Молодец. Забираемся и скачем. Как говорится, улыбаемся и машем, да? Да, тут их полно. Я говорю, здесь лучше не останавливаться. Здесь надо, короче говоря, быть постоянно в движении. Хорошо, у меня есть лошадь. Хорошо есть... Ух ты, сколько там... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чем-то мне сейчас это, знаете, напомнило War Z, блин. Там их тоже на каждом шагу. Чуть, блин, не придешь какой-нибудь там город. Нет. Их там да хренище. Так, ну ладно, раз я уж себе тот выбрал точку, тогда давайте сначала займемся дальней, вот. На дальнюю буковку У. Сейчас, ух ты, вот это каньон. Блин, классная игра сделана. Офигенно. Вот это круто. Вдоль каньона сейчас мы с вами подкачем. Судя по радару, там можно где проскакать. Не убить бы только лошадь опять в очередной раз. Один раз я ее уже утопил. С плаванием у коняшки у моей большие... Так, скажем, проблемы. Плавать он не умеет. Поэтому лучше с ним в воду не лезть. Что логично. Так, 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 тихоня, тихоня. Сейчас мы куда-нибудь с тобой доскачем, погоди. Сейчас мы с тобой доскачем в итоге до какой-нибудь отметки, логично. Ой, что это? Стоп, 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 у меня завибрировал геймпад, а это значит, что мы... с вами что-то нашли. Самое главное, чтобы меня тут не зажопил никто. Так, берем цветы. Наверное, это очень важно. А, ну-ка. Провизия у меня, кстати, есть.
Во как. То есть даже так, да? Интересно. Ну хорошо. Ладно, я буду знать, короче говоря, буду иметь в виду, так скажем. Ну и что, скакать, я так понимаю, нам еще долго. Скакать нам еще дофига. Поэтому я предлагаю вам пока сделать небольшой такой перерывчик. Это был Red Dead Redemption, это был его зомби-мод. Ко мне уже бегут зомбари, поэтому я с вами прощаюсь. Всем удачи, пока, играйте в хорошие игры. Все.